Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. В прошлом ролике о голодании, о котором вы меня давно и настоятельно просили, я упомянул еще об одном инструменте, который поможет вам очень легко, реально и качественно изменить свою фигуру, свое состояние физическое и, кстати, душевное. Попробуйте все, что нужно, и мы можем с вами это сделать совместно. В течение 2 недель, именно как эксперимента, отказаться от любых напитков, кроме воды. И пить воду минимум 10 стаканов в день. Вы просто не представляете, насколько колоссально за эти 2 недели изменится конституция вашего тела. Насколько качественнее и лучше вы будете чувствовать свой организм, свои мышцы. Вы потеряете определенное количество лишнего жира. Да, даже не меняя ничего в своих тренировках, и даже если вы не тренируетесь и не начнете тренироваться, вы все равно качественно изменитесь. И это практика, которую я уже вижу не первый год. Многие люди только за счет того, что отказываются от всего, от чая, от кофе, от соков, от молока, и пьют только чистую воду, получают колоссальное изменение своего внутреннего и внешнего состояния. Почему бы вам не попробовать эту простую методику? На самом деле, помимо всего прочего, вы не только ускорите метаболизм, не только улучшится ваше эстетическое состояние, вы будете оздоравливаться. Действительно, организм начнет оздоравливаться. Плюс еще огромное количество положительных нюансов, которые будут происходить в вашем организме. После всего этого, поверьте, вода станет для вас самым лучшим, самым вкусным источником утоления жажды. И на данном этапе, пока мы с вами будем использовать этот метод, нужно избавиться и от всех добавок, которые мы используем во время тренировки, добавляя в воду. То есть не добавляем в нее ничего, ни БЦА, вообще ничего. Всего 2 недели. Попробуйте, друзья, и обязательно отпишитесь мне, как вы стали себя лучше чувствовать. И отпишитесь, если у вас ничего не изменится. Но я уверен, что таких не будет. И если ты парень или девушка, мужчина или женщина, которые только думают о том, как начать правильно питаться, как изменить себя, идти в тренажерный зал или не идти в тренажерный зал. Это то первое, что нужно сделать для того, чтобы начать изменять себя. Итак, постепенно я вам буду рассказывать и говорить о том, что еще нужно вносить, что изменять в своей жизни, в плане питания, а потом и тренинга, для того, чтобы получать хорошую физическую форму, чтобы люди, глядя на вас, получали эстетическое удовольствие. От этого вы будете сами кайфовать, поверьте. И чтобы чувствовать себя здоровыми. Все-таки большинство людей, которые ходят в тренажерный зал, не собираются выступать, не собираются быть супер огромными, супер рельефными, что и в том, и в другом случае не является показателям и уж тем более состоянием здоровья. Нет, чем более естественно вы выглядите, тем лучше. И не забывайте, что лишний вес, неважно он в жире или в мышцах присутствует в вашем организме, это лишний вес, который будет и обязательно скажется на состоянии сердечно-сосудистой системы. Естественно, хорошо проработанные мышцы это лучше, чем жир. Но, друзья, поверьте, что культуристы, выступающие спортсмены с огромной мышечной массой, в первую очередь испытывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. И это никак не связано со стероидами, поверьте. Это связано как раз-таки с избыточным лишним весом. Ну что, друзья, давайте отказываемся на 2 недели. Это всего 14 дней. Выбрасываем все соки, все молоко, чай, кофе. И пьем только воду, без исключения, утром и вечером, ни кефира, ничего, только воду. Во время тренировки пьем только чистую воду, до и после тренировки пьем только чистую воду. И
качественно меняемся. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.